8 марта принято поздравлять всех женщин и осыпать их многочисленными подарками. А ведь исторический праздник возник как День солидарности женщин во многих странах в борьбе за равные права и эмансипацию. Если вы путаетесь в понятиях и не уверены, за или против феминизма, актуальные инстаграм-аккаунты вам в помощь. Не только привлекательная, но еще и умело рассуждающая девушка Софья в своем блоге рассказывает о самых разных вещах. Феминизме, политике, домашнем хозяйстве, гендерном неравенстве в целом. У нее, кстати, можно найти большое количество информации по правам человека в самых разных ситуациях. Так что она еще и образовывает своих подписчиков, параллельно вдохновляя аудиторию классными снимками с минимумом макияжа. Множество историй основаны на личном опыте и действительно могут пригодиться каждому из нас, не только женщинам. Девушка призывает к открытости и честным спорам, ведь именно в них рождается истина. У нее почти 44 тысячи подписчиков. Присоединяйтесь и вы. Арину Холину называют ярким и неоднозначным персонажем, но точно в голос твердят. Она очень талантливый писатель, который легко может по полочкам разложить любую тему, пожалуй, самое актуальное – женщины и их положение в обществе. Она ведет несколько колонок в различных журналах, а еще увлекательный Инстаграм, где даже самый сложный вопрос подается в простом, ироничном и абсолютно понятном виде. Существует ли конкуренция между мужчиной и женщиной, хороший и плохой вкус, стилисты и каблуки. В блоге не только забавные фото журналистки, но еще и видеорассуждения, а еще наблюдение из окружающей жизни, которое становится лишним доказательством той темы, которую она стремится донести до всех. Действительно смело. Чтобы понять свое отношение ко всему, подпишитесь и делитесь мнением. Кстати, феминизм – это не против мужчин, а за равные права с ними. Так что вот вам помощник по отношениям. Психолог Даша Город в шутку называет себя «твой волшебный пендель». И большинство ее постов посвящено женщинам. Она искренне убеждена, что у каждой из нас руки растут из нужного места. И мозгами тоже никто не обделен. Так что вполне можно самостоятельно построить свое счастье и изменить жизнь к лучшему. Без заумных теорий учит подписчиц строить гармоничные отношения с сильным полом, учиться ценить, любить и понимать свою внутреннюю женщину. Кстати, сначала все теории отрабатывает на себе, а уже потом предлагает их подписчикам. И вот тут уже выбор за вами. Дорогие дамы, с каждым днем становитесь только прекраснее. Помните, вы удивительны, очаровательны, любимы, и впереди вас ждет только успех. Романтичной вам ленты, вдохновляющих подписчиков, весеннего настроения и до встречи через неделю. И с праздником!